Здравствуйте! Мы ведем репортаж с места событий. Это город Киров, и я стою у здания театра танца «Эксперимент». Именно в эти минуты воспитанники театра готовятся установить новый рекорд. С чем это связано, узнаем подробности. Находимся у, так сказать, святая святых с залом хореографии, где ежедневно дети устанавливают личные рекорды в победе над самими собой. А сегодня они ставят новый рекорд – общий. И, как известно, посвящают они его своему лучшему другу, российскому Деду Морозу из Великого Устюга. Кстати, в театре танца «Эксперимент» тоже есть свой волшебный уголок. Ну а нам пора переходить к месту сказочных событий. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Расскажите, с чем связан ваш рекорд? Нашего большого друга, российского Деда Мороза, скоро день рождения. Мы решили приготовить ему каравай своими руками. Большой, красивый, волшебный, с любовью. Ну что ж, начнем. Поэтому все сейчас загадаем желание и задуем свечи. Ну что ж, загадали? Да! Тогда задувайте свечи! Какой необычный рекорд! Если честно, хочется назвать это даже не рекордом гигантского каравая, а рекордом дружбы, проверенной временем. А с вами была Анастасия Фетищева, специальный корреспондент театра танца «Эксперимент». До новых встреч!